Телеканал КРТ представляє. Вітаю вас, дорогі телеглядачі. Ви дивитесь програму «Без протоколу». З вами я, ведучий Дмитро Василець. І сьогодні у нас в гостях дуже цікавий гість. Це Геннадій Зільберблат. Це заслужений лікар України, генеральний директор Київського обласного психіатрично-наркологічного медичного об'єднання. Це багатопрофільний медичний заклад у СМТ «Гливаха». Вітаю вас. Спасибо. Здравствуйте. І от, в принципі, зараз дуже багато громадян України задають собі одне питання. Що нас чекає у галузі медицини, у галузі наших от лікарів, лікарень? Тобто ми зараз бачимо, що з 1 числа вже от ввели оцю так звану медичну реформу другого етапу. І якщо от подивитись на цю реформу, трошечки віддалившись від цього, от з вашої точки зору, яка основна мета цієї реформи? От ви як лікар, як людина досвідчена, яка розуміється і бачить наслідки цієї конкретної реформи, от з вашої точки зору, яка мета? Реформа в медицині нужна. Змінення в медицині нужны в лучшу сторону. Щоб больним було краще, качественнее їх лечити, а медики зарабатывали більше, а не получали нищенські зарплати. Поэтому принцип реформирования, да, нужен. Реформа настоящая крайне сложна. Мы находимся под двумя сильно действующими негативно факторами. Коронавирус и неподготовленная реформа. О реформе говорят уже давно. Еще в конце 2017 года госпожа Сысоенко, будучи депутатом, активно продвигала идеи реформы. И вы знаете, когда я спрашивал у госпожи Ирины, а как психиатрия, она мне отвечала, это наша головная боль. Мы еще не знаем. Mm-hmm. И к глубочайшему сожалению, на мой взгляд, по моему мнению, реформа, которая касается психиатрии, приносит не пользу, а вред. К глубочайшему сожалению, реформой психиатрии занимаются непрофессионалы. Начиная с первой же встречи с представителями НСЗУ, а я принял участие во многих совещаниях. Это Национальная служба здоровья Украины. Национальная служба здоровья Украины, которую раньше возглавлял Петренко, сейчас исполняет обязанности госпожа Мовчан. К глубочайшему сожалению, складывалось и складывается такое впечатление, что психиатрия для них непонятна и неприемлема. В первом варианте пакетов где-то было 20 с лишним пакетов, психиатрии вообще не было. Такое впечатление, что они не знают данные ВОЗа о том, что 14% населения в мире страдает психической патологией. Больше или меньшей мере. Не все должны лечиться психбольницей, но страдают. Последние исследования некоторых международных организаций в Украине показали, что этот процент где-то доходит до 20. Распространенность психических заболеваний в мире, а всего существует более 10 с лишним тысяч болезней, стоит на третьем месте, пропустив сердечно-сосудистые и раковые заболевания. Также и смертность где-то в первой пятерке. Вот эти простые для нас врачей понятия, для нас врачей-психиатров, по-видимому, были им недоступны. И где бы они ни проводили совещания, мои коллеги, главные врачи областных психбольниц, всегда задавали вопрос, а как с психиатрией? И этот вопрос я тоже задавал. Тобто немає тарифів чи як? Чи нет, вони... разве дело в тарифе, в тарифах? Дело в том, что у них нет понимания того, что делает психиатрия. Я приведу один пример. Когда мы не оказались в пакетах по психиатрии, мы собрали два пленума. Пленум одного общества психиатров, который возглавляет Семен Фишевич Глузман, и второе общество, ассоциация обществ психиатров, наркологов, неврологов и медицинских психологов. Угу. Два пленума подготовили письма обращения президенту, премьер-министру, Верховную Раду, НСЗУ с просьбой
помочь в решении вопроса оказания помощи психически больным. Как так? Из 20 платформ нет платформы психиатрии. А ведь еще ВОЗ пишет и выделяет здоровье человека как здоровье психическое и физическое, выделяя психическое здоровье отдельным, с отдельной составной. И нам пошли навстречу. Организовали рабочую группу. И в октябре прошлого года эта рабочая группа собралась. В нее входило человек 5-6 руководителей лечебных учреждений и несколько представителей науки. Остальные сидели в зале незнакомые люди. Я давно в психиатрии. Угу. Очень давно. Но я видел незнакомые лица. Молодые, приятные, но незнакомые лица. И мы стали говорить о том... Может быть, есть эксперты у психиатрии. Ну, незнакомые эксперты. Ну, я незнакомые. Так розумію, и в Украине незнакомые, и в свете незнакомые. Ну, не знаю, как в свете, но среди психиатрической общественности Украины совершенно незнакомые. Угу. И мы стали говорить, как же мы можем лечить больного 2 недели. А терапевтическая платформа пакет предусматривал 2 недели лечения. Ведь у нас эффект при лечении депрессии наступает на 4-й неделе. Эффект при лечении шизофрении наступает месяц-полтора. Нам удалось добиться, и надо сказать, что представители НСУ пошли навстречу и удлинили время лечения до месяца. Затем мы стали говорить, а как же будет оплачиваться лечение? Ведь у нас больные лечатся не только месяц, а больные, потерявшие социальные связи, которые лежат годами, больные, которые находятся на принудительном лечении, больные, которые поступают по линии военкомата, больные, которые поступают из СИЗО по 508 статье, они еще не суждены. Они же у нас находятся, они лечатся. Угу. На них тратятся средства, время, зарплата. Медикаменты, фактически. Медикаменты. НСЗУ это как-то вычеркнуло из своего внимания и совершенно игнорирует эти группы больных. У вас была идея просто взять этих молодых специалистов, я так понимаю, еще за часов Супруну они там очень много нареформировали, и просто, чтобы они приехали, подивилися, там, недельку-две пожили, поспілкувалися с пациентами. Можливо, у них тогда еще изменилось в голове, или нет? Верховная Рада как-то собрала так называемую элиту медицины у себя на заседании комитета. И была Супрун. Она коротко выступила. И когда руководители лечебных учреждений, глава Академии меднаук, директор института отоларингологии стали выступать со слезами на глазах и говорить о том, что творится в медицине, Супрун говорила, треба почекати, ще рік чи півтора. А потом прошло минут 40, она поднялась и ушла, не ответив ни на один вопрос. Угу. Меня как психиатра, конечно, это где-то не безразличным осталось такое отношение к проблеме. Так что, в общем-то, мы о реформах говорим давно. Говорим, а теперь столкнулись с негативом, глубочайшим сожалением. А чи це реформа? Я просто хочу зрозуміти, яка от її мета. Я суть? Так розумію, якщо б мета була дійсно відреформувати, логіка дій була б інша. Якщо дійсно вони б хотіли відреформувати, вони б зібрали лікарів, реально лікарів, які керують лікарнями, практикуючих лікарів, зробили якісь от по напрямкам робочі групи. Ну так, наприклад, я б зробив. От, виявили механізми, які не будуть шкодити і які можна впровадити, і якийсь бюджет підрахував цього. А чим займалися ці люди, які знаходилися при Порошенку і навіть зараз при Зеленському у цих владних кабінетах, мені не зрозуміло. Я от хочу, щоб ви мені, як людина, яка обізнана у цьому, бо вас це напряму стосується, мені просто пояснили, а от ця реформа Супрун, яка її мета? Діма, должен вам сказати, що дуже жаль, що ви не в руководстві НСЗУ. Потому что вы мыслите правильно. Нас, к сожалению, собрали только один раз, нашу рабочую группу. И больше нас не собирали и не обсуждали, что надо сделать, чтобы психиатрия жила, чтобы больные, психически больные получили помощь, и чтобы медики, которые заняты в психиатрии, могли работать. Что получилось?
Во-первых, нас, ну, я считаю, некрасиво обманули. Нам на этой рабочей группе объяснили, что финансировать будут психиатрию по цифрам 2018 года, то, что мы получали из бюджета, зарплата, медикаменты и питание. Вот три позиции. Нас, к сожалению, профинансировали не по цифрам 2018 года, но нас взяли больных выписанных, которые были в 2018 году, и умножили на коэффициент. И что же получилось? А получилось, вот мы, например, получили где-то 24 миллиона на год. И эта цифра составляет 32,7% от того, что нам нужно было в сравнении с 2018 годом. Угу. Подсчитав, что же у нас получается, мы выяснили, что надо сократить где-то процентов 40 сотрудников. Для этого надо выписать примерно процентов 35-40 больных. И на питание больным будет идти 10 гривен 20 копеек в день, а на медикаменты 8 гривен с копейками. С учетом, что в эту сумму медикаменты будет входить обязательное лабораторное обследование и остаются выпущенные медикаменты 6 гривен. Мы уже рассчитали. В день? В день. Мы уже рассчитали. И жарт. Это не то слово. Как нам лечить больных? Сделали схемы. Но мы же понимаем, что мы не можем использовать даже современные генерики. Даже те, которые выпускают у нас на Украине. Самые дешевые препараты ограничились теми, которые давно известны, которые уже не так эффективны, не дают результат. И, и какой же будет конечный результат этой реформы, если мы пойдем по пути, предложенной нам? Мы должны будем выписывать больных недолеченных, больных зачастую социально неблагополучных, опасных, с разорванными социальными связями. Таким образом, мы сумеем сократить количество лечащихся больных на 40% и, естественно, сократить работников. И по этому пути мы вынуждены уже идти. Ну і коефіцієнт дії теж пропадає. Якщо лікувати на 6 гривень день медикаментами, мені просто страшно, що це за медикаменти. Ну, это... Це, мабуть, з запасів Радянського Союзу? Чи... Ні, це препарати, які утверджені Мінздравом, які випускаються нашими фірмами. Є перечень препаратів, які утверджуються Мінздравом. Вони з цієї серії. Але вони, к сожалению, не так ефективні, як современные препараты, брендовые или генерики. Они, к сожалению, недостаточны для того, чтобы быстро восстановить психическое состояние больного. А от ще таке питання, от з вашої точки зору, от основна ж мета, я так розумію, реформи і суть її, це щоб лікарні перетворилися в неприбуткові комунальні підприємства. Тобто, яка в цьому логіка, от з вашої точки зору? А ми вже стали неприбутковими. Ну, а от яка ми вже всі перейшли на неприбуткові. Ну, тобто, я так розумію, що всі ж повинні були заключити договори з Національною службою здоров'я по цій медреформі. І що змінилося? Значить, ми, наше учреждення, як і всі учреждення, заключивши договори з НСЗУ, вже не комерційні. Таким образом, ми підпадаємо під розряд лечебных учреждений, которые могут банкротиться, к глубочайшему сожалению. И если нам не удастся сохранить, я говорю, почти по всем психиатрическим больницам Украины, такое положение чуть лучше или чуть хуже во всех 53, ну не 53, 49, потому что 4 больницы как раз там неплохо проходят, 49 психиатрических больниц Украины, к глубочайшему сожалению. Потому что нам вот что с зарплатой получилось? Ну, я увольняю практически всех пенсионеров-санитаров. Всех врачей, психологов, старших сестер, процедурных сестер, сотрудников, работающих ежедневно, мы переводим на 0,75 ставки. А нечем платить зарплату. К глубочайшему сожалению, мы сократили некоторые должности. Сейчас коронавирус. Коронавирус закрывает плановые поступления. Пока в этом месяце мы закрыли 4 отделения и сотрудников отправили в отпуск без содержания. У меня увольняются врачи, хотя их не хватает. Пенсионеры и молодые.
Их немного, но уже есть прецеденты. Я сохраняю средний медперсонал, потому что когда закончится коронавирус, мы их будем искать со свечками. И не сократил ни одной должности среднего медработника. Но вот я вам приведу пример, я считаю, не профессиональности, а, в общем-то, такой циничной непрофессиональности представителей НСЗУ. Глава одного из департаментов, госпожа Бойко, после того, как мой коллега больницы Павлова провел митинг на территории больницы, задает вопрос. У них работает 1401 человек. Из них там 160 или 170 врачей. Из них 200 с чем-то медсестер. И задает такой вопрос. А кто остальные? А где же 400-450 младших медицинских работников? Ведь психиатрии без санитаров невозможно. Угу. А где психологи? Где лаборанты? А можливо, там логіка трохи інша. Оцих всіх лікарнях просто максимально скоротити кількість працівників. І щоб там саме оці пацієнти зробили якесь самоврядування. І, можливо, там вибирали собі там, міністра, там, голову палати, я так розумію, чи як. Ну, тобто, де логіка? У нас є серед больних міністри. И другие высоко занимаемые посты люди. Я вам приведу один пример. У нас строилось здание лет 25 тому назад. И один из больных сумел как-то, бывает это психиатрия, и залез на верхушку крана. И стал требовать, чтобы приехал глава Верховной Рады, только тогда он спустится. Большими усилиями его удалось убедить спуститься вниз. Так что у нас есть разные пациенты. У наших больных, как в прямом зеркале, отражается окружающая обстановка. Политика также отражается, как в кривом зеркале. А якщо подивитись от на саме обставини, в яких знаходяться люди, наприклад, засоби масової інформації, з вашої точки зору, вони роблять негативний вплив на психіку людини, чи все ж таки позитивний більш? Тобто, як? Якщо брати соціальні мережі, новини, телеканали, з усіх телеканалів, що кажуть, все погано. Як це впливає на конкретних пацієнтів? Якщо зараз трохи відійти від теми медреформи, цікава ваша думка. Ви знаєте, Діма, в Англії психиатр обращается где-то 60% населения. За консультацией, за советом. У нас обращается 2,4%. К глубочайшему сожалению. Может быть, если бы чаще обращались, больше бы обращались, было бы больше пользы. А есть такое понятие, как стигматизация. К глубочайшему сожалению, у нас в обществе она процветает. Стигматизация, люди не верят, и рассказывают о психиатрии различные басни. Ну, прочитали, кто-то прочитал Чехова «Палата номер 6», как кто-то видел фильм «Полет над гнездом кукушки». Но когда, вот, например, приезжают ко мне в объединение в Глеваху, заходят на территорию и видят сад, видят белочек, бегающих по деревьям, поющих птиц, озерцо, где плавают уточки, у нас сняты ограды, это во всех психбольницах, сняты ограды, которые огораживали прогулочные дворики. Только два отделения, где находится принудлечение, ограждены и с охраной. Больные находятся на своих прогулочных двориках. Там спортивные площадки, там волейбольные площадки, футбольное поле, розарии. И совершенно условия у нас и в отделениях, и на территории такие, чтобы больной чувствовал себя комфортно, чтобы он не чувствовал себя изгоем общества. Что дала реформа? Реформа предыдущие этапы дала нам все-таки возможность оптимальнее подойти к коечному фонду. Вот у нас когда-то объединение было на 1200 коек, потом на 1000, в том году еще было где-то 900, сейчас 700. Что мы выиграли от этого? Мы улучшили условия проживания пациентов. Мы создали люксовые и полулюксовые палаты. Мы улучшили условия работы сотрудников. Мы улучшили условия реабилитационных программ. Например, НСЗУ вообще не видит реабилитации психиатрии. То есть не оплачивает реабилитацию психиатрии. НСЗУ понимает, что если человек поломал руку, его надо реабилитировать.
Если инсульт надо реабилитировать, а если у него здесь что-то поломалось, реабилитировать не обязательно. Вот я сократил социальных работников частично, практически всех. У меня их 17 отделений, 17 сократил. Большая часть психологов сейчас в отпуске без содержания. А у нас прекрасный реабилитационный центр. И реабилитацией больных надо заниматься. А НСЗУ этого не видит. А от якщо от подивитись на загрузку лікарень, тобто ми бачимо, що ну навіть я так розумію, в деяких лікарнях місць не вистачає для того, щоб вилікувати цей наплив людей, які потребують допомоги. От з вашої точки зору, це є проблема в Україні, що в нас, в принципі, необхідна велика кількість койко-місць, щоб вони були фізично, а просто щоб не добудовувати їх потім. В нас все ж таки, ми можемо здогадуватися, що в нас кількість населення буде скорочуватися, що в нас буде збільшуватися потік заробітчан за кордон, і таким чином в нас буде менше людей, тому менше людей дійде до лікарень. Ну, я, мабуть, так... Я намагаюсь хоч якусь логіку зрозуміти у цій реформі. А з вашої точки зору, якщо от ми зараз бачимо, що в деяких лікарнях дуже велика загрузка, це буде проблемою? Ви знаєте, Діма, зараз в психіатричних лікарнях не велика загрузка. Тому що в зв'язку з коронавірусом планових поступлень немає. Угу. Поступлення тільки хворих в обостренні, такому тяжкому обостренні. Угу. Це перше. Друге. Проведение оптимизации коечного фонда – это правильная тактика, потому что с появлением современных, новых препаратов, с применением реабилитационных программ нам удается сократить сроки пребывания. Вот мы из года в год, и вообще по психиатрическим больницам Украины, из года в год проходит сокращение сроков пребывания. Сложность с группой больных, которые утратили социальные связи. Например, они находились на принудительном лечении. Ни в один дом-интернат их не примет. Им некуда выписаться. Родственники есть, но они их забыли, наших пациентов, вычеркнули из жизни. Зачастую забрали те участки земли, которые у них были. Угу. А часть родственников уже... и они никому не нужны, эти пациенты. Вот у нас таких в больнице где-то 5-6%. Есть больницы, где таких 20-25%. Особенно такие больницы, где сосредотачиваются больные. Это вторые, третьи, четвертые больницы областных в областях, где обычно такие больные сосредотачиваются. Но сейчас нет перегрузки психиатрических больных, и при правильной организации труда ее не будет. А вот самое... Я по поводу... хочу вам сказать, что психически больные, выезжающие за границу, за рубеж, там долго не находятся. Их лечат, они бывают в психбольницах, и очень быстро их возвращают сюда, на Украину. Ага. А популяция психбольных не меняется. Гитлер, начиная с 1938 года, начал уничтожение психически больных. И к 1940 году уничтожил всех психически больных в Германии. После окончания войны, где-то к 1957-58 году, популяция психически больных в начале 60-х восстановилась. Угу. Ну, есть 14%, от них никуда не денешься. Угу. Зрозуміло, зрозуміло. А от ще тоді таке питання, от щодо законодавчої бази, на якій будується от взаємодія психлікарень з пацієнтами. Тобто, чи є тут якісь ускладнення, чи ми користуємося, наприклад, іншим законодавством інших країн. От в нас нормальне законодавство, чи все ж таки в нас воно дуже так ліберальне, чи от як от там справи у нас все ж таки у законах? В 2000 году у нас прийнят закон о психіатрії. Это, по суті діл, був перший закон, який касався медицинської отрасли. Група колег, в том числе, кстати, и Глузман Семен Фишевич, сыграли большую роль в том, что этот закон был принят. Закон регламентировал взаимоотношения общества и больного. И расписал закон и подзаконные акты, расписали все шаги, которые должны выполнять, в первую очередь, психиатры. Угу.
Угу. Поэтому закон задействованы и правоохранительные органы, и так далее, и так далее. Вот сказки о том, что психически больных насильно держат в психбольницах, это сказки, это та стигматизация, которую, к сожалению, распространяют некоторые масс-медиа, глубочайшему ему сожалению. Угу. Мы должны, наоборот, показывать лучшее, что есть, пропагандировать положительное, чтобы люди не боялись психиатра и не боялись обращаться за помощью к психиатру. А в общем-то, как и любой закон, есть несовершенности. Над этими несовершенностями надо работать. Ну вот я вам приведу пример. Есть принудительное лечение больных, которые психически больных, которые совершили преступление. Этих больных иногда надо перевозить из одной больницы в другую. У нас в Днепре есть спецбольница, где проводится суворый нагляд. Угу. А в 15 областях Украины проводится посыльный нагляд, а во всех психбольницах проводится загальный нагляд. В общем-то, вышел приказ о том, что вот в 15 областях должен проводиться только принудительное лечение. Районы, областя не закреплены за этими 15 больницами. Например, у нас областная рада вложила много средств в создание отделений для промыслового ликования. И сейчас вкладывает. Угу. И усилия, реконструкции и так далее, и так далее. А в Черкассах не сделали такое вот отделение. И решением суда к нам привозят из Черкас, привозят пациентов. Мы обязаны выполнить решение суда. Обязаны. Но областная рада Черкас не вложила ни копейки. Угу. И в поддержание этого отделения не вкладывает. Значит, должен был быть заключен договор. Нам должны были оплачивать это. Но это все не продумано. Да, точно так. Другой пример. В тот же Днепро надо отвезти пациента. Нет спецтранспорта. Мы пишем в полицию. Нам отвечают, что наш спецтранспорт не предусмотрен транспортировки психически больных. Приобретите спецтранспорт, мы дадим полицию, и она будет сопровождать. За какие деньги мы приобретем спецтранспорт? Угу. Зрозуміло. А є ще от така історія. Якщо от пацієнт недолікований, ви, якщо от я лікар, я б не підписав документи на його виписи, щоб його виписати. А якщо він це потребує, щоб там от місяць і все, а далі ми не будемо платити. Ну, ви ж самі відповіли. Це ж лікар, це ж кримінальна відповідальність тоді. Яка? Йому стало краще. Ну, не зовсім, як це хотілося б. А йому краще стало. Тобто він СЗУ знає більше, ніж лікар в даному випадку. К сожалению. Вот я еще вам приведу пример СЗУ. У нас есть туберкульозное отделение. Такие отделения есть в каждой области, почти в каждой области в психбольницах. По одному отделению. Психически больные, которые страдают тяжелыми психическими заболеваниями, у которых имеется гомоцидность, то есть агрессия к окружающим, суицидность, тенденция к самоубийству, они страдают туберкулезом. Нет условий в тубдиспансерах, где лежат, где госпитализируются такие больные. Мы дважды уже посылали документы для того, чтобы с нами заключили пакет, и нам НСЗУ отказывает. Придираясь к каким-то формальным статистическим моментам, чисто формальным, есть больные, есть отделение, которое построено по требованиям всем трем санстанции, есть сотрудники, которые работают с этими больными, они должны получать 30% надбавки, а сейчас они ее не получают, потому что НСУ не дало деньги. Этих больных мы все равно держим у себя, оно небольшое отделение, на 20 коек, но все равно это же оплата. Вот такие несуразицы сталкиваешься с работой НСЗУ, поэтому я считаю, что это циничный непрофессионализм со стороны НСЗУ. А вот если подивитись на эту ситуацию, так что они фактично лікарів заставляют выпускать людей, которые недолікованы. Ну, то есть, а если эта людина что-то коїть, ну, это фактично на лікарі будет вся ответственность, потому что он фактично выписал. А в данном случае это политика в нашей медицине. Вот, если я ничего не плутаю, вы меня поправьте, если я помиляюсь. Нет, вы не ошибаетесь.
А от, яким чином тоді цю ситуацію виправляти? От ми бачили, що Зеленський розкритикував медреформу і навіть сказав, що це відкритий саботаж. Він сказав, що якщо закриваються клініки, а вони закриваються, якщо скорочується просто медперсонал, лікарі, то це саботаж. Ну, він, правда, не сказав, що за цей саботаж, що буде чи хтось нести відповідальність чи ні. Не побачили ми цього. Але критика була. От з вашої точки зору, чи відбудуться якісь от кардинальні зміни у саме суті цієї медреформи, щоб ми побачили, як цю ситуацію хоча б намагаються вирішувати? Я зараз бачу, що її просто навіть не намагаються вирішувати, просто хочуть просто, щоб скоротити фінансування і все. Знаєте, Дім, мені повезло. 1 мая в 6 часов вечора три представителя психиатрической общественности, Семен Фишевич Глузман, президент ассоциации, вице-президент ассоциации психиатров, доктор наук Пинчук Ирина Яковлевна, и пригласили меня, мы встретились с министром здравоохранения. Очень положительное впечатление осталось от встречи. Вы знаете, я вот сравниваю где-то невольно с Супрун, я видел нормального человека, который слышит, который понимает и хочет помочь. Вчера я слушал его интервью, сегодня я слушал его выступление, брифинг. И я считаю, что делается очень многое министром для того, чтобы изменилась ситуация. И надеюсь, что будут изменения, которые помогут сохранить то, чего мы достигли, то, что мы имеем, и наши психически больные будут всегда получать помощь. А врачи, медсестры не будут влачить жалкое существование. Вы представьте, врач до 5 лет стажа, медсестра до 10 лет стажа, санитар, дворник получает одну зарплату. 4 тысячи 720 гривен. Одну зарплату. Врач учился, интернатура и так далее. И не, можно ли сказать, а врач всегда должен быть на подиуме, особенно в психиатрии. Это излучание, так разумею. Понимаете? Когда пройдет период, когда он получит высшую категорию, когда у него будет стаж, у него будет зарплата больше. Хорошо, а врач, который проработал 25 лет, у которого высшая категория, которые опытные, грамотные, даже те 8 тысяч, которые он получает. Поэтому зарплата медиков – это слезы, горе и позор государства. Зарплата медиков. Талантливые, молодые, способные будут уезжать. Уже сейчас мы не имеем врачей среднего возраста, медсестер не имеем. Положение критическое. А от якщо от подивитися на ситуацію, от яка була ще при Супрун, ми тоді чули такі дуже гучні заяви щодо медиків у нас корупціонери, лікарі корупціонери, глав лікарі, то просто там якісь адські люди. І вони навіть за зарплатою не ходять. Це все корупція, корупція і корупція. Але ми зараз бачимо, що лікарі не отримують зарплатню, і вони кажуть, ми не будемо працювати, працюйте самі. І йдуть. Чи їдуть за кордон, чи, в принципі, зараз просто залишаються на вулиці. І ми не бачимо тих от казок, які нам розповідали, що вони можуть і без зарплати працювати, їм там люди принесуть. Бачимо, що люди не несуть. Ми бачимо, що все ж таки нам брехали з цього приводу. От як ви можете оцінити оцю медіа-атаку на лікарів і от цей весь бруд, який вилили на наших, в принципі, медпрацівників по всій Україні, і яка мета була цього, з вашої точки зору? Ну, в общем-то, корні дуже глибокі. Во-первых, надо сказать, что оплата медицинских работников в Украине и на территории, и в свое время в Советском Союзе, была самая низкая в мире. Мне приходилось участвовать в различных зарубежных конгрессах, и когда нас возили на экскурсию, нам всегда показывали районы, где живут,
и говорит, вот это один из лучших районов. Там живут лойеры, адвокаты и врачи. А у нас глубочайшее соотношение немножко все по-иному. Вообще приписывают Калинину, некоторым другим политическим деятелям, такие слова, что хороший врач голодным никогда не останется. И в Советском Союзе зарплата врача была низкой. К глубочайшему сожалению. И я думаю, пока ВВП мы будем получать, как в этом году, 2,9%, а не 5, как записано в законе, не 7, как в некоторых других странах, или 10, зарплата медицинского работника будет нищенской. И поэтому все негативы вокруг того, что вот вы говорили, и с чем мы сталкиваемся, к глубочайшему сожалению. Поэтому, когда приходит в больницу пациент, вот мне приходилось обращаться в больницы, я воспринимал, к сожалению, у нас этого нет, потому что психиатрия несколько иная там область. Но вот в обычных соматических больницах мне давали перечень препаратов, писали, что еще там, вата, шприцы и прочее. Я шел вниз в аптеку, покупал, потому что понимал, что это нужно. Мы уже давно внедрили одну из форм небюджетных поступлений, так называемые страховые программы. Где-то лет 15 тому назад. Обычно по поводу психического заболевания или алкогольной наркотической зависимости не страхуют компании. Ну, я ж не могу, или вы, извините, Дима, прийти и сказать, застрахуйте меня по поводу алкоголизма. И платить за это деньги. Никто не будет страховать. А вот частный страховой случай страхуют. И когда к нам поступает больной, и мы говорим это, вот то, что нам дало государство, в частности НЗЗУ. Мы этим будем вас лечить. Если у вас есть возможность заключить страховой случай, частный случай, пожалуйста, тогда мы за эти деньги сможем и медикаменты другие приобрести, и питание лучше дать, и так далі, так далі, так далі. Тобто елементи страхової медицини вже у нас в Україні є. Є, звісно. А от якщо ми подивимося, в яких об'ємах вони працюють, якщо ми подивимося, а позитивна чи негативна практика, тому що страхові компанії можуть платити, можуть не платити. Якщо, наприклад, стався якийсь страховий випадок, його ж потрібно ще й там довести, і щоб страхова компанія все ж таки виконала свої зобов'язання. От є проблеми в цьому напрямку? Ми поки не відчували цих проблем. Ми з цим не сталкувалися. Ми дуже жорстко це контролюємо, і кожен випадок. И ведем учет, и пока что этого, с этим не сталкивались. Другая форма небюджетных поступлений – благотворительность. Тоже по-разному трактуется. Вот, например, благотворительность средствами защиты сейчас, когда коронавирус. Коррупция в чистом выгляде. Я не говорю о коррупции. Я говорю, что если дивитися очами реформаторів супрунця, я смотрю, чисто коррупция. А я благодарен тем благотворителям, которые оказали нам помощь масками, перчатками, термометрами дистанционными, костюмами. Я благодарен, потому что пока что я не мог получить их. А не вважаєте ви все ж таки, що у нас цей коронавірус дуже багато позитивного зробив для того, щоб саме медичну галузь максимально підсвітити для того, щоб люди зрозуміли, що саме коїться у цій так званій медреформі. Для медиків, я так чисто от об'єктивно кажу, що це, мабуть, більше позитиву, тому що вищі керівники держави побачили, до чого призведе ця реформа, і от я хочу надіятися на те, що якимось чином зараз будуть намагатися виправляти цю ситуацію. Але от нас медицина проявила себе, як Зеленський сам казав, що у нас є лікарі, а у нас фактично більш нічого немає. Дима, я смотрю на цю ситуацію через другое ребро призми. Любая інфекція – це страдання, мучення і смерть. Поэтому, я зараз намагався акцентувати тільки на позитивних сторонах. Я не кажу, що це там добре. Я кажу, що для медицини, для медиків, які зрозуміло керівництво держави, яка ситуація в медицині. Я зрозумів, що ви хочете сказати. Я вважаю, що це плохо, тому що в першу чергу боліють, страдають і вмирають медики. В
первую очередь. Угу. А то, что любая трагедия, любая ситуация, которая трагическая, приводит к тому, что занавес на сцене разъезжается, и видно те проблемы, которые, может быть, были не видны, в этом вы правы. А от ще от таке от питання. От зараз от йдуть дискусії навіть серед чиновників. А що можна фінансувати з місцевих бюджетів, а що можна фінансувати з НСЗУ? От яка ситуація реально от з фінансуванням саме з місцевих бюджетів таких закладів, як ваш? Ну, є програма «Максимум» і «Мінімум». Програма «Мінімум» ми отримуємо із бюджету області всі комунальні услуги, нам оплачується. Программа «Максимум», если бы НСЗУ нам оплачивала не по случаю, может быть, а по случаю. Извините, я отвлекусь. Вот они говорят по случаю. Сейчас эпидемия коронавируса. Резко снизилось количество поступающих по всей Украине, плановое. В 2021 году они будут брать опять-таки по случаю, а количество их уменьшилось. Так что же будет получать в 2021 году, если в 2020 была эпидемия коронавируса? Еще меньше. Вот это трагическое будущее, которое нас может ожидать. А теперь по поводу оплаты. Конечно, если бы они дали нам полностью, вот нам не хватает сейчас нашему учреждению 52 миллиона. Нам дали 24. А должны были дать по нашим подсчетам где-то 46-48. Если бы они нам дали 46-48 миллионов, бюджет бы оплачивал нам всю коммуналку. Есть такие статьи, как 22.10, 22.40. Это КАНС принадлежности, бензин, мягкий, твердый инвентарь, куда входит и мебель, и простынь и так далее. Дальше охрана и прочее. Охрана идет в спецотделениях. Нам непонятно, кто проплатит еще эту охрану. Знаете, как в том, что было в 17-м. Корова устала, и все ушли. И тогда психбольные останутся без охраны. Поэтому ситуация для нас, учитывая, что у нас развиты вот небюджетные поступления, было бы достаточно, если бы НСЗУ полностью проплатила то, что обещала. А по большому счету, конечно, НСЗУ должно платить нам то, что запланировано, а областной бюджет, учитывая, что область у нас дотационная, коммуналку, и мы бы вышли бы из этой ситуации. А якщо подивитися на от трохи під іншим углом, тобто ми бачимо зараз, що от тут, в принципі, недофінансування. Чи забороняється законодавчо місцевим бюджетом фінансувати лікарні? Тобто теоретично, якщо от критична ситуація, коронавірус, епідемія, щоб з місцевого бюджету закривати, якщо напряму з бюджету державного не можна цього робити, можливо, ці гроші, які зараз в умовах реформування, в умовах такої гарячої пори, коли там закривають дірки просто. Чи все ж таки от не було б, з вашої точки зору, правильним рішенням, щоб дозволити нормально фінансувати з місцевих бюджетів і хоча б на рівні 2019 року? Якщо місцевий бюджет може осилити це було б добре. Я вам приведу один приклад. Ми отримали від НСЗУ зарплату десь процентів, я вже сказав, 1/3. А у нас есть отделение для принятия лечения, где находится 36 человек. Сотрудники этого отделения получают зарплату плюс 50%. Это отделение имеет госохрану. Надо кормить этих больных, лечить этих больных, ухаживать за этими больными, ремонтировать. Имеется видеонаблюдение. И все это стоит деньги. Мы сейчас не можем этому отделению платить зарплату из средств, полученных НСЗУ. И вот останнее питание. От, якщо подивитися на от, ситуацію, в принципі, з цією галузю, от з вашої точки зору, що, от,
Що потрібно зробити зараз міністру, там, голові Комітету Верховної Ради, щоб якимось чином цю ситуацію змінити? Що потрібно зробити? Тобто їм же звідкись потрібно взяти гроші? Якщо от нема грошей бюджету, що вони можуть зробити? Закрити НАБУ, чи там закрити САП, оці органи, чи Коболєву зарплату не доплатити? От з вашої точки зору, які дії вони можуть теоретично зробити, щоб зараз якось виправити ситуацію? Я ж розумію, що там, якщо ситуація не зміниться, через місяць, два-три ви просто будете звільняти людей, і все, і у нас буде дуже складна ситуація. У нас люди недоліковані, залишиться на вулиці. Дима, я не політик, не фінансист і не економіст. А я единственное могу сказать, что государство должно найти средства, чтобы сохранить психиатрию от разрушения и гибели. Если этого не будет сделано, психически больные будут на улице, а психиатрия перестанет существовать. З нами в програмі був заслужений лікар України Геннадій Зільберблат, генеральний директор Київського обласного психіатрично-наркологічного медичного об'єднання. Це була програма «Без протоколу». З вами був я, ведучий Дмитро Василець. До зустрічі!